Ну что, записывается? Да. Ну, расскажите, что это за здание? Ой, это очень старое здание. Вот, значит, вот отсюда, вон туда вот аж, вон туда вот. Это все научный центр неврологии. Главный в Москве. У них еще есть корпус на Волоколамском шоссе, но вот главное у них вот такое историческое здание. Ну, чем-то на наше РЭ похоже. Вот, переулок Обуха, не путать с Обуховым, дом номер 5. Вот. В общем, вообще круто. Вот это тоже их здание. Вот, а мы записи проводим вон там, где свет горит. Вон туда вот. Вот эти ворота, на самом деле, кстати, всегда открыты. Вы горизонт валите. А, вот эти ворота всегда открыты, и туда можно попасть. А вот сейчас, видите, на третьем этаже там свет горит. Вот там сейчас и идет окончание конференции по межфункциональной асимметрии головного мозга и не только нейронауки 21 века. В общем, полный отпад. И я там сейчас выступал, у меня был предпоследний доклад. Я, Сушкова Ольга Сергеевна, вот, это старший научный сотрудник Института радиотехники и электроники имени Котельникова РАН. Что-то я про атипичный паркинсонизм рассказывала. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь понял. Но мои соавторы сказали, что я молодец. Вот. Такие дела. И мне даже задали один вопрос. Ну, в общем, было здорово, нам понравилось. И вот сейчас 21 декабря 2018 года, на улице около минус 10 градусов мороза, нам холодно, но мы снимаем тепловидение. А вы его, собственно говоря, сейчас смотрите. Вот такие дела. Всем привет из Москвы.